В июне в Красноярске стартует очередной образовательный форум «Тимбирюса-2014». В этом году он впервые станет международным. Планируется, что свои проекты смогут предложить более 3500 человек из разных стран. Ольга Хохлова уже знает, какие смены запланированы в этом году. Люди! Слушай, а где все? Все на «Бирюсе». Территория инициативной молодежи «Бирюса» в этом году вновь соберет самых талантливых молодых людей. И не только нашего края, ведь форум приобрел статус международного. Участниками станут и представители стран Евразийского союза и других регионов России. Всего на берегу Красноярского водохранилища соберутся 3500 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Рассказать о своих идеях и предложить проекты можно будет в 4 тематических сменах. «Универсиада-2019», «Общество», «Экономика будущего» и «Слет студенческих отрядов». Вот та коммуникация, которая будет выстроена за эти 6 дней, каждых смен, там, да, ребятам и молодежи позволит на протяжении всего года до следующей «Бирюсы» готовиться содержательно уже с теми спикерами, с теми идеями здесь на новом ином уровне. И это наша принципиальная задача и позиция этого года. Первый в мире неформальный университет, в котором все участники могут показать и развить свой потенциал. Здесь им помогают воплотить собственные идеи и сделать их эффективнее. За 7 лет существования форума уже 600 авторов получили поддержку за социальные, инновационные и предпринимательские проекты. Мастер-классы и семинары для бирюсинцев ежегодно проводят более 100 преподавателей. В этом году почти все красноярцы приглашать звезд не стали сознательно. Мы проанализировали с точки зрения итогов, когда ребята защищали свои проекты после вот этого 6-дневного курса, и поняли, что максимальные результаты дают те ребята, с которыми работали наши местные красноярские спикеры. И это для нас стало таким небольшим открытием, и мы приняли соответствующее решение и взяли курс вот в эту сторону. Именно благодаря бирюсинцам в Красноярске появились такие проекты, как Центр экстремальных видов спорта, Молодежное правительство дублеров и многие другие. Площадку для новых идей уже готовят к открытию. Все вопросы о питании, проживании и образовании участников обсудили в организационном штабе. «Бирюса» стартует 26 июня. Заявки на участие принимают на официальном сайте форума тимбирюса.рф. Ольга Хохлова, Валерий Чащин, 7 канал, новости 24.